Кавалеровский район. Вот, перекресток получается на Зеркальное. Там чуть дальше мы едем с Ольгинского района. Уважаемые власти, обратите внимание, пожалуйста, на состояние моста. Это состояние данного моста уже находится... Пару лет я уже езжу сюда, в семье, то бишь к матери, и наблюдаю вот такое вот состояние моста, по которому никаких работ не проводится. Отсюда возится лес. Ходят большие грузы. Такое мнение, что рухнувший Васиновский мост, ну, кажется, то, что этого было, наверное,